Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина. Зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас. Через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Говорит Москва! Говорит Москва! Вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы! Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,
это место для меня. Настанет день журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.